28 апреля в Фокино Дианово омский «Нефтяник» сыграл второй матч финальной серии чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-1. Амички продолжили спор за медали с курской командой «Динамо Фарм». Наши баскетболистки быстро обозначили свое желание сравнять счет в серии. Марина Шевелева забросила 2 3-очковых броска. Курские баскетболистки ответили в том же стиле. В середине второй четверти счет был равным – 24-24. Новая попытка «Нефтяника» выйти вперед не увенчалась успехом. Соперницы сыграли точнее в завершающей стадии атак – 28-34, а во второй половине матча увеличили свое преимущество. В результате матч завершился победой курской команды со счетом 74-54. Баскетболистки «Динамо Фарм» выиграли чемпионат России среди команд Суперлиги-1. «Нефтяник» завоевал серебряные медали. Призы и награды спортсменкам и тренерам вручил министр спорта Омской области Дмитрий Крикарьянц. Самое главное, видно вот тот дух и то, что команда борется и боролась за эти медали, и за серебро, и за золото боролась. Ну, наверное, вот какие-то объективные причины пока существуют, но все равно хочется очень поздравить всех девчонок, тренерский штаб, всю нашу болельческую банду, ну и, конечно, наших спонсоров, наш регион в целом за то, что мы баскетбол, это у нас постепенно становится видом спорта номер один из игровых. В итоге серебро «Нефтяника» сверкнуло золотым отливом, поскольку «Динамо Фарм» – вторая команда чемпиона премьер-лиги «Динамо Курск». Амички получили право в следующем сезоне выступать в высшем дивизионе российского баскетбола.